Только всех не агрите, хотя бы трех взорвем, потом еще сами. Пока они все здесь. Да, надо дремить тебя взять, потому что мне не хватает танка. Следующий токен никто не ставит уже. Окей, 200. Заебали, все, я больше ничего нахуй ролить потом не буду. Я разролю, когда будет на это время, нахуй. Ебал его. Заебал вот эту хуйню. Мы сейчас хуй нахуй закроем этот магик с грулем нахуй. В прайм тайм. Из-за всего этого. Последний. Какой вы в жопу летят? Так, там 200, там 200 и 500. Угу. Это вся замена? Ну там вроде 3 плюс-минус за 3 было. Вы на грунте или на мадике? На маньке. Я тебе потом отдам, после маньки. Там время дохуй. Что? Есть. Я не могу на три фронта сейчас разговаривать, солнце. Кем, кто захотел, тот получил все. Я уже это у входа стою, мадик. Приведем кто или... хочет, кто хочет почилить не на одного танка еще на мой один дд яката да зафул я понял не блять ретрик конечно на лучше хотя... кто-то другой почилил рога какой-нибудь ну нужно на рог не на роги нужны но... Зум. Я могу включить, мне похуй. Это кто говорит? Батя. Кто еще раз не понял? Батя. А, батя. Не, РДД тут мало, нахуй. Надо кого-то Мещенко. Ну. Ладно, похуй. Пускай яка-то будет. Там будет спекница вот это. Хватает там, да, танк? Все, заебался уже там. Все. Не, на магике это в танке будет. Ага, на трэш? А дальше, а да, на, да, на трэш. Давайте быстрее. Летим. Блять, я банку проебал в этом ВВК, блять. Она цветом одинаково, как на стой севером, блять. Танковскую скрытую. Последнюю. Есть у кого танковская банка, обычная личкинговская? Ирину принесу, а вот так вот я отдал. 1300 какой-то, да? Что ему отдал? Блять. Кинешь трейд фонарио? Угу. Может даже сейчас. А, эфири. Вы же там хоть не глефы случайно распылили? Спасибо.
почти 65 тысяч под бафом, не заебись. Я вообще радостно, я сделала себе чистый стиран, и все. Хороший пал для цвука. Вроде все, сумрудь, ты ебашите шкаф там, ерничай. А куда руна получается? А это просто, знаешь, все. Щиту пишешь. Пока не снимется, не пропадет. Ну так это одноразовая хуйня же. Ну, а кто ее запрещал много раз делать? Ты имеешь в виду... Крафтить по много раз. И чё, и тыкать типа? Нет. Ну, в комбате нельзя, это как просто 4К абсорба халява. Давайте рыбу быстрее хавайте. Батя, будешь тыкать куб печеньку. Мулинраш крестик. Я скажу, когда просто нажать на куб надо будет. Я скажу, когда отпустить. Спейси звездочка. Беба. Трусы. И... Холич, холипшик, ромбик. Это по, что касается куба. Остальные, которые первый раз здесь, в лужах не стоим, печать миксеридон на РТД кидается. Не забываем, короче, этот стопать кас на последней секунде ее действия. Кубы буду озвучивать, когда нажать, когда отпустить и так далее. Бьем босса, слушаем, что говорю. По архимондам, когда выходит, играем по архимондам, босса только кливаем и уешим. Избиваем косты, я назначу людей, которые будут сбивать косты. Гитаристы, которые будут выходить... Настя, подождите, пожалуйста. Гитаристы, которые будут выходить, будут грипаться в мелизону и заливаться они. Настя. Волк, ну, Шанг, который, твоя задача, будешь максимально, короче, это, ферять, ну, изгнанием зла моба, которого гитариста будет грипать мелизон. Понял? Там я звездочку буду на него ставить. Все, красава. В их не вливаемся все, остальных там будет танчить. Дальше бесы. Бесы просто собираются в кучу. Когда подведем босса, там вольемся, я скажу, озвучу, что-то как. Так, я первый начинаю босса танчить, Дермич второй, Фонарь, ты третий. Это самый главный нюанс. Когда кастуется сокрушающий удар, во время каста, как только начинает сокрушающий удар, нужно нажать там. Если ты не успеваешь Фонарь это сделать, он ебанет сокрушающий и автоатаку. Ты проживешь из-за ревностного, любой другой умирает. Ну, в большинстве случаев без сейва. Рыбу хавайте. Мулинраш СС по Дермичу, Спейси по мне и Батя по Фонарю. СС сейчас надо вешать, да, тут? Да, сейчас. Ты, короче, Фонарь говори, если у тебя 50 на 50 не будет, говори, я тебе каплю дам. Ну, там, когда 5 секунд потанчишь, типа, я тебе каплю ебану. И серебряно. За Гагулина. Закулина готов. Mm-hmm. Все отлично, поехали. Еще раз напоминаю, РГД печать Максиридона будет кидаться. Не проебите. Сбивайте главное косты и хила, которые они кастуют максимально. Чтоб не хилились, можно сказать. Надо было назначить отдельно. Убиваем главное чаротворцев на вот этих големов, забиваем болт. Главное убить чаротворцев. Это основная цель. Больше ДПС, знаете? Я не хочу, чтобы мне пишет, что я не хочу, чтобы 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 я
Быстрее добиваем чертотворцев, ребят. Звездочку. Печеньку, блять. Ромбик. И трусы. Четыре чертотворца еще живы, блять. Не уешься, играть уже таргет, но добивайте просто метки, которые я пускаю. Скоро уже босс пляться будет. Быстрее, ребят. Печеньку сыграли. И ром добили. Печеньку добили быстрее. Все, вот забираем босс. Под босса все стали на исходную. 3 секунды до пола. На пол на меня. Игер дали пол ДПС. Дермич ты второй забираешь, напоминаю. Фонарик ты третий, после дермича. По кубам я не знаю, кто ты. Забирай. Фонарик готов, сейчас ты будешь замирать. Забирай. Забрал. Угу. Вот так вот все время делаешь. Это ничего. Приготовились кубы. Прожали кубы быстрее. Кубы прожали. Кубы быстрее прожали, алё нахуй. Трусы. Чё за хуйня? Трусы, блять. Отпускайте, бейте босса. Чё, совсем нахуй там беба, блять, на приколе или что нахуй? Фонарик, готовься забирать. Бейте босса. Не подходите к бесам, чтобы они не бегали по рейду. Блять, ребят, нахуй. Ай, бля. Суета, грипни этого беса, пожалуйста, туда в кучу выйди. Вон, который бегает в рейде. Все, подложил. Вой, твой первый стан будет. Мас. Дали фулл ОУЕ по бесам, быстрее влились ОУЕ. Дермич, готовься, забирай. Больше УЕ дали. Быстрее. Стан. Войд. Войд стан. Да. Фонари, готовься, если ты сейчас бенжем стан где-то убьёшь. Давай, нажимай, нажимай. Нажми. Нажимать. Окей. Отводи босса, тюрьмы. Кубы приготовь, скоро будет. Бес опять. Отошли от беса. Кубы прожали быстрее. Кубы прожали. Кубы, блять, прожали. Беба нахуй. Заебал нахуй. Пускайте кубы. Все, стой, нормально. Дермич, как только сокрушающий на меня ебанет, сразу подводи к бесу. Сидыч. Подводи. Завигулина, понажимаешь трусы. Дали флоуе по бесам быстрее, влились в уешки. Посох ливал. Холич, ты перестанешь взрывать там, блять, этот печать нахуй. Вторую уже взорвал. Это вторая была. Войд стан. Фонарь готовься. Фонарь стан, гнев. Далеко. Быстрее. Блять, ну стан дайте. Ладно, пойдет. Приготовились, скоро кубы. Босс обратно, сын встал.
Архимонды ебаные. Это 4 роги. 4 роги. Кубы поражали. Кубы поражали. Кубы, 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 кубы. Все, отпускайте. Роги, идите на войда, напуливайте. Только не все разом. Подводи босса, дреми, чё ты стоишь? Фонари, подводи босса к Архимондам. Недорог, кикай косты звезде. Сенрицу, кикай косты Рамбу. Играем, блять, тупо по этим Архимондам. Босса только уешь. Отклива у кого есть. Заберите. Блять, у меня таунт миссанул нахуй. Сука, подожди, я не могу. Ну ща, подожди секунду, таунт. Прожмите, нормально. Этот Дангенмастер, трусы, подбивай косты. Печенька, угли, углеварка, или как тебе там правильно? Углеванкила, короче, бурик, который. А уешим, заливаем быстрее этих архимондов больше. Трусы добивайте. И печеньку. Быстрее, больше ДПС, скоро уже новые кувы будут. Набивайте их, ребят. Уже новый сейчас трэш появится. Приготовились. Приготовились кубы нажать. Прожали кубы. Кубы прожали быстрее. Добивайте печеньку. Кубы. Все, отпускайте кубы, добивайте печеньку. Бесов собирай. Войд. Блять, ну Войд, ёб твою мать нахуй. Ой, бесов, сука. В центре собирай. Собиральщик, блять. Да я хули стою с демонами с этими. Забери из меня с мастаунтом, пожалуйста. Вот, который на мне. Они кастуют. Не бейте боссу, не бей... Не, пока бейте, пока бейте, пока бейте, пока бейте. 4%, нормально. Все, хорош, теперь не бейте. Босса не бейте, все по бесам сыграли, все по бесам сыграли. По бесам, максимально уедали. Залили Войд, твой первый стан. База, блять, Войд стан, Войд стан. Отошли все к воротам. В печеньку быстрее все побежали. В печеньку. Сокру дай. Сокру, да. Фонари быстрее. Дал. Побежали к воротам быстрее. Блять, сейвы свои прожмите. Там бесов взрываются. Бесов добивайте. Сука. Да все, все фул бесов, а то взрываться. Бесов добили. Фонари, готовься, стан. Давай стан. Фонари, дай стан, к бесам подойди. Нечего. Быстрее стан. Ну, блять, ну любой паладин другой, гнев не бес. Швепс на хп ебани, на хп ебани. Ебать, АФК нахуй. Не прохилили нахуй. В лужах не стойте, главное, печать не взрывайте. Never Pro, дай БР по Дангенмастер. Never Pro, друид, дай БР по магу, пожалуйста. В чем проблема твоя? Там она? Ну, печати взрывать меньше надо. Швеб, ой, забери фонари. На ману читай. Блять, фонари забери. Я забрал, забрал. Рибахните паладина. Причем под тотем. Блядь. Тебе у нас не сработал, да? Я сейчас звездой зал. У тебя 50 на 50 нету фонари? Откатится сейчас 20 секунд. Как на следующий, на раз следующий, не будешь, я ему каплю. На следующий крушающий будешь нажимать. Угу. У меня еще ключ есть, я ключ нажму. Не, все равно каплю. Окей. Не, на ключ хватит, ключ там дохуя абсорбит. Да, очень. Ладно, ладно. Блять. Или он дай БР нахуй, понимаю, это пиздец. Подойди своими этими, блять, веточками, побей по боссу нахуй, поригинь ману от босса, блять. Да я ему дал нас... уже ману. Ну, не знаю, что-то, наверное, фрейм нет, хуй его знает. Давай, выбито сложно. Сейчас там ключку и нажмешь там 50. Ну, сейчас 50 на 50. Ну, окей.
Что тебя сокрушающего-то? Ну тебя на фул хп не подняли еще хил. Кому-то надо инер еще. Через 10 секунд будет. Ну, королеве ебани. Королеве, да, может дать. Остальных плюс-минус там не есть. Ревностные есть. А лучше ревностные не давать, чтобы тебе войд даст каплю. Войд даже сейчас каплю по панели. Угу, хорошо. Я тебе еще избаун чуть ебану. Дал избаун. 15 гера, 15 секунд. Да, я вижу. Сейчас дадим. Кладка. Давайте гер. Ну, вообще, блядь, через ключ меня не пробило. 0 хп, нахуй. Просто 0. 10 тысяч он не внес. Шанч. Ключа. У меня ключ сломался. Он, видать, обзор первым считает, а потом уже броню порезал. Не, просто, типа, я еще не затестил, как ключ работает, но компас, нахуй, то, что он там пишет 17 тысяч урона, нахуй. Он у меня на погибели, сука, почти фул урон это поглощал. А там, блядь, дыхание, нахуй, 100 тысяч наносит, что-то около этого. Ну, в хэме именно, да. Он там, блядь, по факту 17 тысяч, но он какой-то баганный на сервисе сломанный, он там, блядь, около 70 нахуй поглощает. Ну, сожжение вот это, блядь. На... Не сожжение, или как он там на погибель называется, я не помню. Угу, сожжение. Сожжение вроде. Ну, в гере, который. Да без разницы, на какое по счету. Я и на второе пробовал, и на ластое пробовал, ну, и на третье пробовал, и на первое пробовал, типа, похуй. Ну, я тебе говорю, Дармич, я нажимал и на первое, я тестил, и на второе, и на третье, и, ну, короче, на три дыхания тестил все. От шмота отказывайтесь, я от токена. Мешок этот самоцветами и сумку можете ролить. Сука, где мой пояс, блядь? Нет, короче, смотри. Это да, зеленка контрит, но, типа, я тестил, короче, так. Я под зеленкой нажимал, мне чуть под зеленкой на втором дыхании нахуй чуть не шотало, блядь. На второе дыхание я нажимал, блядь, кровь плюс компас, нахуй. Я там, блядь, просто так лучше, чем под зеленкой, нахуй. Так, себя понимаешь, чувствую. Там в чем фишка. Там, если ты на первую зеленку, то есть он дебаф не вешает, который увеличивает дамаг тебе от этой хуй, ты на 200. Так я на первого кидаю. Типа, если ты на первую зеленку не дал, то уже... Не, ты не понял. Я тестил и так, и так, и так. Ну я хуй знает, хули я вообще пижу, я его не танчил, нахуй. Я только гнев нахуй танчил и все. Ну там их три же всего, блядь, там прожимы... Швепс, ты, короче, сразу после танков идешь. Что завтра, кстати, по плану? Сока первый рейд. Отлично. Никак два мы его не добудем в любом случае. 100%. На следующую КД я по-любому уже одно и ВК и магиру только одно будет. Не хочу. Ну да, да, ебан, блядь. Желание. Я бы в принципе пособирал, типа, если у людей желание будет. Ну, типа, без задрачивания, типа, если пошли там минус попытки, то типа хуй с ним с анубом. Хотя бы выбор вот этот пофармить. Триньку на хила, ну на танка там, может, меньше кому надо. Ну хотя бы за выбором давали хотя бы походить. Если кто согласен. Магика квест идет. На груля, Дармич. Вот, да и груля с магиком тоже я бы проводил, типа, если люди пойдут. Алис с миролами, нахуй. День. Сапоги с анубом. Можно, давай только быстрее. Юката, ты сейчас пойдешь обратно. У нас жестко, да. Жужужу, блядь. Можно типа по роллу поводить без ЕП, да? Или с ЕП. Что? Куда? Ну эту хуйню всю, которую ты говоришь, второй рейд, игру магика и ВК штуки это не гонять. Я группу собираю. Да типа, что хотите, я туда точно ходить не буду. У меня нету ни времени на это, ни желания. Заебал. Устал.
Ну, короче, если люди наберутся, там, человек 20, мы же с гильдии, его буду добирать, доводить. По роллу тогда походим, блядь. Себе анролл один заберем, нахуй печеньку 100%, и все, нахуй. Зага, Голь, ну хочешь прикол? Я на прошлом КД эти ботинки за 10 типа взял, блядь. Прости, это рейбл. Так это, блядь. Жу-жу-жу. Жду тебя в клоаке. Жу. Жу-жу. А там маг за... А, за Гагулин за 6,5. Окей, это вообще вопросов нет. А, ну да, точно не проебал ставку. Все, тогда ты откисаешь, ну. Ну, он тебе ЕП за... Давай же, удачи. За магика. За Гагулина нашел стипендию. Вообще так, я смотрю, нормальный второй рейд, блядь. Чутка приоденутся люди, поменьше вылетать, и вообще заебись. О, собрано с говной камерой. Зашел бы, посмотрел бы, там было весело. Чё, зашел вчера? Да, второй рейд вчера на Сингере был весело. А, вы драйли, что ли? Это был лютый пиздец, если честно. Вы драйли Синдру, да? Ну, типа, блядь, там как бы было, по сути, мы, ну, доходили, там все нормально, там, короче, ну, и т.д. и т.п. Ну, там просто моментами, блядь, такую глупость делают люди, нахуй. Там, типа, мы себе посидели, нахуй, мы бы убили, в любом случае, но... Mm-hmm. Просто мне там, блядь, не хотелось сидеть, нахуй, 3-4 часа. Плюс мне там по работе еще были некоторые вопросы нерешены. Просто наебанный синдер. А сегодня с ДВшниками сидел, нахуй, 2 часа, блядь, заебался сидеть, нахуй. Ну убили они, потом на нище нахуй еще 2 часа просидели и разошлись, блять, вапнулись. Тоже могли нахуй все убить, просто по тупости какой-то дебил, блядь, с корнением нахуй, и все в нем топчутся, блядь. А Синдру они били, знаешь, как смешно нахуй, они вот эти 5 меток, 2 двойные делали и 1 одинарную, типа, ебать. Хуй знает, чем это помогало, блядь, ну типа, что кливых мили, блядь. Давайте, поехали трогать. Первую звезду валяете, вторую печеньку. Звезде первый дангермастер кикэшка, второй журб. Печеньки первый недорог, второй у гугли ванкила, хурикеры. Блять, понаделают ников нахуй. Тыкните. Нечитаемых, блять. Угли, ован, блять, пиздец просто. Уголь просто, блять. Уголь. Уголь, да. Уголь, не слакай. Моё. А Глеву Анкила? Блять. Хуй. Почём здесь черножопый куглю, блять? Ясно, короче, нашли расиста, блять, в рейдину. Осуждаю, да. Мы все расисты. Ну, уголь есть же этот, как на таблетка вот эту, когда жрёшь там. Активированный, да. Активированный на туре. Простой. Нет, я не расист, я анонист. Нет, это еще хуже. Блин. Поддерживаю. Смотрел... Ну, скидываемся тебе на ренейм, будешь теперь активированным углем, блядь. Смотрели, этот Джей молчаливый боб наносит ответный удар, блядь. Где вначале он челика выкинул с фургона, блядь. Я уж не помню там точно, но как пиздец прикол. Так, покурите по-быстрому, там 3 минутки, трэш добить.
Так, рыбу ставлю, давайте. Милики, не подходите вообще к Рошу, не подходите. Ну, короче, не то, какого олма бьете и собак. Я скажу, если вам кому-то надо подойти, то избить. В основном вы только олма бьете и собак. Да. Да. Да, у меня просто у нас был ящик с ретриком, но просто еще смогли. Что-то в ретрика можно, да? Так, короче. Короче, для всех РДД метка печенька, будете тусоваться там, когда открываем. Все тут вообще? Спейси, красноязычие на всех, все время чтоб висело, кто открывается. Когда открывается крош, кидается живая бомба, живую бомбу выносите с рейда. Стоите преимущественно все в одной точке, на кого живая бомба, выносите ее с рейда. Рейндж 8 метров, чтобы не ебашило по всем. Дальше. Открывается ол, максимальный декурс по рейду. Маги плюс сова, там, если что, гастела, помогай. Плюс невер. Милики, убиваете максимально собак. РДД играете по боссу. Милики, только собак убиваете, сразу по боссу. Если одна собака остается, похуй, играйте дальше вон. Там посмотрим, если КС будет, с КСом все нормально, то тогда будем просто вам играть. Слепоглаз открывается. Дермич, ты, короче, танчишь слепоглаза и кроша, как и танчил раньше. Фонари, ты танчишь Олма. Олма танчишь вот тут вот. Там, короче, на тебя этот, суета. Почекай, пожалуйста, там на него будут кидаться эти стаки от Олма. Периодически там стаков 7-8, просто таун там с него забирай, и он тебя потом заберет, когда стаки сбросится. Понял, фонарь? Угу. Че, в ретрика могу, да? Да, конечно, тут не надо 4 танка, 3 танка хватит. Я заберу короля и этого, блядь, и киглера. Все. Остальное, слушайте, буду озвучивать. У босса никто не вливается, сорвете гроб.